первый день лета главная площадь Бельц превратилась в сказочный и яркий городок детства. Здесь собрались сотни ребят, чтобы отметить свой праздник и окунуться в атмосферу веселья. Для них подготовили уйму всего интересного. Целый день детей развлекали сказочные персонажи. Городок детства открыл вице-мэр Игорь Шеремет. Дорогие наши детишки, мы очень ценим то, что и родители очень активно участвуют в таких мероприятиях. Вы очень сильно знаете, как Рената Георгиевич щепетильно относится к таким праздникам, в частности, к сегодняшнему празднику, Международному дню ребенка. Наши дети – это наше будущее. Наши родители – это те, которые поддерживают и развивают детишек для процветающего будущего. Сегодня подготовлены многочисленные сюрпризы, в частности, только для детишек. Я попрошу наших мам и пап, которые участвуют в таких мероприятиях, поддержали более активно наших детишек, чтобы вовлекались во всех мероприятиях. На этом фоне хочу торжественно открыть сегодняшнее мероприятие «Город детства». Поздравляю еще раз. Спасибо. Ребят встречала веселая музыка, яркие воздушные шары и интересная развлекательная программа. Настоящим подарком для них стали планетарий, бесплатное фото на память и 3D-развлечения. Ну и, конечно же, угощение, вкусное мороженое. Креативный и веселый праздник организовали для ребят представители молодежного крыла нашей партии. Все это для вас подготовлено мэром нашего города Ренатом Георгиевичем Усадом. По несправедливым обстоятельствам он не может быть рядом с нами, но именно то, что окружает нас с вами сегодня и каждый день, показывает, как мы ему дороги и не безразличны. Но эту песню вы должны знать! Ну погоди, правильно! Так, сейчас мы сделаем тише, а вы крикните. Чья это песенка? Мамонтенка! Молодцы, девчонки! Thank you.